Уважаемые коллеги, начинаем с вами очередную нашу встречу. Много лет мы уже встречаемся, стараемся, чтобы по меньшей мере два раза в год мы обсуждали не только через интернет, но и лично проблемы кардиологические, которые у нас накапливаются. И хотелось бы поделиться по ряду проблем наших кардиологических, связанных с атеротромбозом. Постепенно у нас накапливается техника, которую мы используем, и в этот раз мы с вами транслируем наше заседание уже в интернет, и каждый, кто заинтересован, может к нам подключиться, тоже посмотреть, ну, по крайней мере, вот эту часть официальную, там, где мы обсуждаем основные проблемы. На повестке дня сегодня эмболии и венозные, и связанные с фибрилляцией предсердий. Помогает нам транслировать мероприятие компания TrueConf, это ведущий оператор и ведущая система видеоконференц-связи российская. Сейчас в эти непростые времена мы должны ориентироваться в первую очередь на отечественные ВКС-решения. И благодаря этой компании нам удается, мы вот в Братске транслировали мероприятие, сейчас вот все последующие будем уже транслировать онлайн, накапливая опыт, устраняя какие-то шероховатости, которые поначалу у нас, конечно, неизбежны. И сегодня мы будем говорить в том числе и о прогнозировании. Ну вот мы с создателем Гатар Медиа подготовили и в ближайшее время, ну в течение месяца, я надеюсь, она будет выпущена, уже четвертое издание книги прогнозирования и шкалы в медицине по всем аспектам кардиологии и смежных специальностей. Ну и, безусловно, нас поддерживают наши партнеры. В связи с этим, конечно, это обязательный раздел. Я бы хотел напомнить про конфликт интересов. Это проблема общая, проблема в том числе и в развитых государствах, в медицинском плане, технологическом плане. Вот я бы хотел вам показать пример конфликта интересов в редакторских статьях New England Journal of Medicine. В медицине самый цитируемый, самый авторитетный журнал, там, где публикуются почти все основные рандомизированные исследования, это вот New England Journal of Medicine, американский журнал. И там очень важно еще есть редакторский раздел, где редакторы, очень опытные, очень квалифицированные люди, обсуждают, комментируют преимущества, недостатки того или иного исследования. Специалисты очень высокого класса, и поэтому чтение вот этих редакторских статей, оно чрезвычайно полезно, и порой бывает так, что редакторская статья информативнее, ценнее даже, чем комментарии исследователей в этом же журнале. Но смотрите, что происходит. Что значительная часть редакторов имеет конфликт интересов. Почти треть они не заявили о конфликте интересов. Они, по идее, обязаны были, да, опубликовать это, чтобы читатели уже более объективно оценивали информацию. То есть не все проблемы решены даже в развитых странах, там, где большое внимание уделяется созданию защитных механизмов, чтобы необъективной информации все-таки было меньше, и врачи более точно оценивали ее. Безусловно, вот еще одно интересное исследование. Я рассказываю исследования, которые появились, ну, вот в течение последнего полугода, максимум года. Конфликт интересов взяли для примера врачей-ревматологов. На что идут траты? Основная часть, вот видите, вот это фиолетовое, это спикеры, то есть лектора. Их и называют они еще opinion-лидеры. Дальше идут консультативные, да, затраты. Дальше напитки и питание, дальше поездки на конференцию, гонорары и другие. А здесь представлены суммы за 5 лет, которые выплачиваются на те или иные цели. Вот здесь вы видите от $25, это основная часть платежей проходит, до более чем $2 миллионов. Конечно, число этих врачей немного, которые получили там больше миллиона за 5 лет, больше 2 миллионов, да, но тем не менее они есть. Это кто? Это в первую очередь те исследователи, те ученые, которые занимались организацией и координацией работы по крупным научным исследованиям. И хочу обратить внимание, эти же ученые принимают обычно активное участие в составлении рекомендаций клинических для врачей. То есть имеется в виду, что конфликт интересов – это проблема очень сложная, нерешенная, да?
И она присутствует даже, и вы прекрасно это понимаете, в клинических рекомендациях даже самых авторитетных зарубежных, а мы уж не говорим об отечественных, там, безусловно, эта проблема также присутствует. Но мы все понимаем эту ситуацию, мы все должны учитывать ее, чтобы более точно и корректно воспринимать информацию и, соответственно, более эффективно лечить пациентов. Начнем мы с темы, которая не часто обсуждается, но которая крайне важна в кардиологической практике, да, потому что каждая треть смертей от сердечно-сосудистых причин – это смерть от венозных эмболий. Все-таки. То есть вначале у нас коронарные болезни, потом инсульты, да, а дальше вот идут среди неотложных состояний как раз венозные тромбоэмболии. Здесь представлено несколько рекомендаций, которые появились вот буквально последние полгода и которые я постарался учесть в нашем докладе. Эпидемиология. Здесь представлены данные американские. То есть вот с 16 по 19 год зарегистрировано почти 1,5 миллиона госпитализаций с легочной эмболией. Но высокий риск составляет всего там 2,4%. Ну, высокий риск, я напоминаю, это шок, это гипотензия. Причем, посмотрите, госпитальная смертность почти 40% у пациентов с высоким риском. Это в хороших, оснащенных, высокотехнологичных госпиталях. Если брать общую оценку госпитальной смертности по легочной эмболии, то она составила 6,5%. Ее учесть довольно сложно, и по нашей статистике она не проходит. Почему? Потому что, как правило, легочная эмболия скрывается в осложнениях. Да? Ее выносят в осложнения, и как первый диагноз она идет редко у нас. Поэтому мы фактически ее как причину смерти в статистических отчетах и не видим. Ни по 12-й, ни по 14-й форме она у нас как основная не проходит. Это, безусловно, неправильно. И, конечно, рано или поздно мы перейдем все-таки на современную кодировку, когда мы будем учитывать не один код, да, основной, а несколько. И тогда мы можем уже более объективную статистику получать по причинам смерти. Еще обращаю внимание, регоспитализации за 30 суток. То есть каждый 7-й, 5-й в течение месяца повторно будет госпитализирован. Либо по рецидиву легочной эмболии, что чаще, либо по другим причинам. Как лечится легочная эмболия высокого риска? В основном тромболизисом. И в меньшей степени, да, казалось бы, да, имея более высокотехнологичные центры госпитальные, тем не менее, почти в два раза чаще используется тромболизис, нежели катетерное вмешательство и фрагментация тромба в легочной артерии. Ну вот такая статистика. Почему мы обращаемся к статистике американской? Потому что она очень высокого уровня, качества и достаточно надежна. И российской статистике аналогичной найти очень-очень сложно и проблематично. В ковидные времена эта проблема сильно, да, обострилась. Почему? Потому что выяснилось, да, что риск легочной эмболии в первые 30 суток у пациентов с ковидом возрос в 33 раза. Ну и вы прекрасно помните, да и знаете этих пациентов. Поэтому это заболевание нужно расценить как фактор высокого риска легочной эмболии. Когда писались рекомендации последние европейские, тогда ведь ковида еще не было. И вторая проблема, тоже часто встречающаяся, это венозные тромбоэмболии при онкологических заболеваниях. И в связи с тем, что мы больше выявляем, более эффективно лечим онкологические заболевания, то, соответственно, частота и риск венозных эмболий увеличивается в последние годы. Но отрадно то, что смертность снижается немножко, но снижается. Почему? Потому что у нас появились современные хорошие антикоагулянты, да, и мы достаточно эффективно обычно ими пользуемся. Говоря о легочной эмболии, можно говорить это о любом заболевании. Я вот так сформулировал это положение, что обычные врачи устанавливают диагноз и лечат это заболевание, а лучшие врачи оценивают риски и улучшают прогноз. Вопрос только, каким образом это делать. Большая часть врачей это делает интуитивно, на основании своего опыта, знаний, предшествующих случаев каких-то. Современная медицина уже давно перешла на широкое использование шкал.
В каких-то областях они используются, например, фибрилляция предсердия. В каких-то областях эти шкалы используются редко. Ну, например, если брать российскую, иркутскую практику, возьмите легочную эмболию. Часто вы видите использование шкал при легочной эмболии? А в вашей практике? Ну, вот о чем и речь. Можно ли доверять все время интуиции нашей квалификации? Здесь в основном очень опытные врачи. Сколько раз мы ошибались? Полагаясь, да, на собственный опыт, имеющуюся информацию, имеющиеся знания. А сколько раз ошибется молодой врач? Поэтому, конечно, основной путь все-таки современной медицины – это использование стандартизированных оценок прогностических. Это шкалы, которые, безусловно, нужно использовать чаще. Ну вот алгоритм. Алгоритм здесь представлен при тестовой вероятности. Что значит? Если мы по любому подозрению будем пациента направлять на компьютерную томографическую ангиографию, у нас будет очень много неоправданных исследований. Это стоимость, это изнашивание аппаратуры, то есть нужно трубки менять, это проблематично, особенно да, в нынешних условиях. Это облучение, это примерно 15, может даже 20% повышения креатинина и, возможно, острого повреждения почек. Да? Контрастная невропатия – это актуальнейшая проблема. Такой вот диагностический современный алгоритм здесь представлен. Основная его задача – уменьшить пациента, у которых невысокая вероятность легочной эмболии. Шкала Уэллс – самая популярная шкала. Она делит пациентов на низкую вероятность, умеренную и высокую вероятность. Если вероятность высокая, мы сразу пациента направляем на компьютерно-томографическую ангиографию. Если она невысокая, то желательно использовать еще дополнительно дедимер. И в ряде случаев, если исходная вероятность низкая, дедимер меньше 1000 нанограмм на миллилитр, то это не легочная эмболия, это надо искать какую-то другую причину. То же самое при умеренной, но здесь отсечка еще ниже, дедимер меньше 500 нанограмм на миллилитр. Вот этот алгоритм показал себя весьма достойно. Ну, вы знаете, что можно использовать, да, разные шкалы в мобильных устройствах. Многие кардиологи в России, за рубежом используют кардиоэксперт. Сейчас, к сожалению, компания Google закрыла возможность для россиян и белорусов, да, использовать кардиоэксперт. Подготовлен кардиоэксперт 3, и мы ждем буквально, вот обещали, в течение месяца уже у нас появится площадка, на которой мы можем размещать наши отечественные продукты, российская площадка. Это наш 100, это РУ-100, то есть на них мы хотим разместить кардиоэксперт 3. И дальше уже будет развиваться кардиоэксперт 3. То есть тот, который в Google, кардиоэксперт 2, он и останется на этом же уровне. А те зарубежные коллеги, которые будут его использовать, они уже будут вынуждены обращаться на наши площадки, приобретать их за рубли, то есть газ и кардиоэксперт. Все за рубли. Это наш ответ контрсанкции. Притестовое прогнозирование у пациентов с ковидом несколько хуже, чем у пациентов без ковида. Сравнительные исследования разных шкал, ну вот тот алгоритм, о котором я говорил, это вот он, да? Ну вот смотрите, он лучше, чем, собственно говоря, шкала Уэллс сама используется, да? Тем не менее, мы ожидаем более совершенных, да, прогностических тестов, которые будут уже учитывать особенности новой коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, даже эти цифры говорят о том, что в целом им можно пользоваться. Еще раз повторяю, этот инструмент не хуже, а, скорее всего, лучше будет работать во многих ситуациях, чем решения, принимаемые врачами. Потому что это проверенный инструмент. Он на многих тысячах пациентов проверялся и перепроверялся. Да, он не идеальный. Да, его требуется иногда корректировать с помощью клинического мышления. Но это очень серьезное подспорье в принятии решения. Почему-то же ЧАЦ-ВАСК мы пользуемся широко. Неоправданно, кстати, широко. Чисто механически мы пользуемся. 1-2 балла все на получение антикоагулянт. Хотя там 45 лет и вроде ничего особенного нету, кроме женского пола и легкой гипертонии. Конечно, нужно использовать это осмысленно, эти шкалы. Ну, собственно, я и пытался в книжке своей, да, вот эти моменты важные для осмысленного использования шкал обсудить, и я надеюсь, она тоже принесет свою пользу.
Прогноз. Ну вот мы уже диагностировали. Все, это точно совершенно легочная эмболия. Значит, пациент уже госпитализирован. Как вести дальше? Тут нужно понимать, какой риск. Если риск высокий, об этом говорит в первую очередь гипотензия, включая и шоковое состояние, то тогда реперфузия проводится, ну, в наших условиях это тромболизис. Самая важная часть – это вот это, когда у нас низкий риск и нет дисфункции правого желудочка, вообще-то мы этих пациентов можем выписать спокойно. А прогноз хороший. Необходимости в госпитализации у них нет. Мы можем сэкономить ресурсы, полечить там других тяжелых пациентов, не в коридоре, допустим, да, а в более комфортных условиях палаты, например. Мы избежим инфицирования пациентов вирусными инфекциями, которые, да и бактериальными тоже, которые нередко встречаются в наших стационарах. Ну и сама обстановка, в общем-то, в наших больницах, как бы мы не любили наши рабочие места, она далека, да, от идеальной, как вы понимаете. И, в общем, дома все равно лучше. Поэтому, конечно, вот оценка пациентов с низким риском, речь идет и о коронарных больных, и о других пациентах, там, о пневмониях тех же самых. Это общее правило. Пациенты низкого риска, они должны лечиться на дому. А у нас они пока все равно лечатся в госпиталях, подавляющая часть. Это не оптимально совершенно. Можно ли выписывать? Можно выписывать. Исследования показывают, что это безопасно их выписывать. Сутки двое посмотрели, убедились, что низкий риск. Все, выписываем и дальше ведем уже на пероральных антикоагулянтах. Ну, в данном случае приводится исследование по ривароксабану. Пациент продолжает получать ривароксабан. Вначале в более активно, потом в поддерживающей дозировке. Ну и, собственно говоря, вы ни в чем не проигрываете по неблагоприятным сердечно-сосудистым исходом. Шкала вот эта ПЕСИ, да, которая дифференцирует госпитальных пациентов по уровню риска, по прогнозу, она в целом различала группы неплохо, но недооценивала госпитальную смертность. Это говорит о том, что вот эти шкалы пока еще не настроены хорошо на новые реалии, на новую коронавирусную инфекцию. Пока мы эту область недостаточно изучили, и я надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся более совершенные прогностические инструменты. Но даже те, которые у нас есть, ими можно пользоваться, в целом они неплохо справляются со своей работой. Тоже один из универсальных индикаторов – биомаркеры. Тропонины ведь не только для того, чтобы дифференцировать повреждения миокарда, острый коронарный синдром от нестабильной стенокардии. Они вообще универсальный индикатор. Любое повышение, значит, прогноз ухудшается независимо, есть коронарная болезнь или нет у вас коронарная болезнь. Почему? Потому что, например, возьмем легочную эмболию. Это перегрузка миокарда, да? Это гипоксические изменения в миоцитах, приводящие к выбросу ферментов. Это негативный индикатор. То же самое мозговой натриуретический пептид, по которому мы все шире и шире ведем пациентов, подбирая дозировки, стремясь компенсировать лучше пациентов и на амбулаторном этапе, и дифференцируя пациентов с острой одышкой, то ли легочная, то ли нелегочная, то ли смешанная, непонятно какая. Конечно, и используя здесь мы тоже, если они высокие, то прогноз будет хуже. Прогноз будет хуже. И это не интуиция, это вот все-таки объективные индикаторы. Нам надо больше и больше ориентироваться на объективные индикаторы, потому что они нередко лучше дают прогноз, чем наши предположительные оценки интуитивного плана. Когда мы говорим, что легочная эмболия делится, да, на низкий, умеренный, там, высокий риск, мы говорим вообще о небольшом интервале времени. Это не значит, что это пациенты низкого риска будут жить долго и счастливо, и намного дольше и лучше, чем те пациенты с высоким риском. Не совсем так. То есть у них же могут сохраняться причины, да, для формирования тромбов, а тромбы могут рецидивировать. И если в этот раз тромб был маленький, а какой он будет в следующий раз, если мы не проводим адекватно профилактику? И вот это исследование показало, что в долгосрочном-то плане у них прогнозы на оценки-то выравниваются на самом деле. Мы такую аналогию знаем хорошо по острым коронарным синдромам. Например, с подъемом СТ осложненные, да, они погибают чаще в первое время.
А когда мы берем годовую смертность, она выравнивается. Ну, то есть те, которые вроде бы без подъема, не тяжелые, они умирают попозже просто. Вот о чем речь-то. Поэтому нужно к ним все равно относиться достаточно серьезно, оценивая не только там месячный прогноз, но и дальше, шестимесячный, годовой и дальше. То есть прогнозные оценки должны быть уже длительные. Но это уже задача для амбулаторного этапа, но вот там у нас ситуация еще сложнее, чем с госпитальным этапом в плане вот прогностических оценок и дальнейшего ведения. Ну вот такая вот картинка, она более понятная для использования. Да? Есть начальная фаза лечения легочной эмболии. Ну, я хочу напомнить, да, венозная тромбоэмболия включает в себя легочную эмболию и тромбоз вен, да, глубоких. Почему? Потому что по тактике ведения и прогнозу они одинаковы. Поэтому пользуются обычно широко термином венозные тромбоэмболии. Исследования проводятся часто по группе венозных тромбоэмболий. Начальная фаза активная, то есть нужно добиться вначале быстрой эффективной антикоагуляции. Если мы используем современные антикоагулянты, там Риворакс, Абанапиксабан, то мы можем нагрузочную дозу дать на протяжении одной недели или здесь трех недель, и потом уже переходим на постоянную дозу, поддерживающий препарат до трех месяцев, ну и дальше решаем, нужно ли нам расширить это. Если фактор приходящий, и он исчез сам по себе, мы можем через три месяца прекратить. Если мы не уверены, что причина исчезла, то может использоваться расширенная профилактика неопределенно долго. И когда пациент выписывается, возникает вопрос, каков риск повторных тромбоэмболий и как долго, соответственно, нам нужно проводить терапию антикоагулянтами. Опять-таки, есть соответствующие оценки рисков, включая шкалу вот эту, например, ну и другие факторы риска. В зависимости от этого выбирается лечение. Либо стандартное, до трех месяцев, либо расширенное, либо практически постоянное. Есть пациенты, у меня они наблюдаются, которых мы много-много лет уже ведем и не можем убрать. Риски высоки сильно. За плечами уже не одна тромбоэмболия. Поэтому приходится практически пожизненно, ну вот как мы ведем с пациентов с фибрилляцией предсердия, допустим, да, пожизненно использовать антикоагулянты в данном случае. Рак, онкология. Нередко к нам обращаются за консультацией и врачи, и специалисты в области онкологии, хотя там у них есть свои терапевты, безусловно. И пациенты сами приходят для оценки необходимости ведения легочной эмболии, тромбозов на амбулаторном этапе. И здесь акценты немножко другие. Традиционно в области онкологии основным препаратом были низкомолекулярные гепарины. И они остаются, кстати, ими. Почему? Потому что, когда стали сравнивать некоторые новые прямые оральные антикоагулянты, выяснилось, что чаще возникали кровотечения. При ряде онкологических заболеваний это серьезная проблема. И поэтому лечение легочной эмболии пациентов с раком проводится с помощью низкомолекулярного гепарина. И только в случае не гастроинтестинального рака, там, где вероятность кровотечения серьезных меньше, можно использовать ривароксабан или эдоксабан. Интересный препарат, который мы ждем, но пока его еще на рынке нет. Ну вот здесь сравнивали, да, ривароксабан и дальтепарин. Принимали до 6 месяцев. Он показал себя достойно, даже несколько ниже были рецидивы легочной эмболии, но выше риски кровотечения. Видите, почему низкомолекулярный гепарин приходится давать пациентов с раком порой до 6 месяцев и даже дольше. Неудобно, да, но что делать? Вот и колят они. Это пока вот стандарт. Но в ряде случаев, по крайней мере для ривароксабана, есть возможность, если нет высокого риска гастроинтестинальных кровотечений, можно использовать и пароральное, что гораздо удобнее, безусловно. Ну вот сравнивали апиксабан и ривароксабан в данном наблюдательном исследовании, и оказалось, что у апиксабана чаще были большие кровотечения с раком просвета желудочно-кишечного тракта. В целом мы знаем, что соотношение по кровотечениям у них другое, да, у ривароксабана и апиксабана, но в данной ситуации, почему он не звучит-то при онкологии?
Вроде в других-то ситуациях они вполне-вполне конкурентоспособны, а в каких-то вот ситуациях пока еще мы отдаем приоритеты тем или иным прямым оральным антикоагулянтам. Госпитальная венозная тромбоэмболия, первичная, то есть нет легочной эмболии. Если пациент лежит, если у него активность низкая, особенно если есть какие-то коморбидные заболевания, то вероятность легочной эмболии заметно повышается как в госпитальном периоде, так и в постгоспитальном периоде. Туда могут дополнительно включаться и другие факторы. Ну, например, активная дегидратация. К чему она приводит? К сгущению крови, что мы не видели тромбозов на активной дегидратации. Поэтому это очень серьезная вещь. Речь идет в данном случае о профилактическом назначении антикоагулянтов у госпитализированных пациентов. Разберем на ковиде, потому что именно сюда в последнее время сместились научно-исследовательские интересы. Рандомизированные исследования, кстати, вот в этом New England Journal of Medicine, в нем в основном все публикуются крупнейшие исследования, о котором я вам говорил. Пациенты не критические, то есть они не в палате интенсивной терапии, то есть они лежат в отделении. Антикоагуляция гепарина в терапевтических дозах. Это значит, эноксапарин 1 мг на килограмм, да, вот 2 раза в день. Увеличила госпитальную выживаемость. Меньше необходимы были вазопрессоры и другие средства поддержки сердечно-сосудистой системы. Респираторной поддержки. То есть пациент поступил, госпитализировал, мы его активно лечим антикоагулянтами. Как будто это настоящая тромботическая ситуация. В терапевтических дозах мы лечим. Не в профилактических. Это рандомизированное исследование. На нем строятся все современные рекомендации по ведению пациентов с ковидом. Решили попробовать выделить группу, у которых еще повышен D-димер. И попробовали провести антикоагуляцию ривароксабаном или эноксапарином и еще 30 дней давать ривароксабан. На основании вот того исследования можно было ожидать, что здесь мы тоже добьемся эффекта. Не добились. Исходы не улучшились. Но вроде те же пациенты, мы даем, казалось бы, достаточно эффективные антикоагулянты просто на основании D-димера, но не добились эффекта. Ну, то есть не всегда вот такие очевидные вещи подтверждаются в надежных исследованиях. Еще интереснее здесь. А вот пациенты, которые уже в палате интенсивной терапии, самые тяжелые у нас, да, с большим поражением легочной ткани, которые на кислородотерапии, которые там лежат на животе у нас. Вот у них-то, да, казалось бы, должен быть наиболее высокий риск. И их-то, казалось бы, надо лечить как раз терапевтическими дозами. Ничего подобного. Давали тот же эноксапарин, 1 мг на килограмм, да, прогноз вообще не улучшился. Парадоксальная ситуация. Терапевтические дозы антикоагулянтов работают у госпитализированных пациентов некритических. Как только он попадает в палату интенсивной терапии, целесообразность терапевтической антикоагуляции исчезает. То есть мы не выигрываем, по кровотечениям, соответственно, мы проигрываем. Вот парадокс. И именно это заложено в рекомендации. Вот почитайте внимательно и международные, и отечественные рекомендации по ковиду. Вот эти исследования лежат в основе тех формулировок, которые там заложены. Ну, реальная практика, я знаю, другая же, да, у нас немножко она отличается от рандомизированных исследований, она отличается от рекомендаций у нас, даже отечественных, но я просто вам говорю и обращаю внимание, да, как должно быть это, да, вот, как правильно вести этих пациентов. Как бы рекомендации, вот отечественные я привел. Это вот одни из последних рекомендаций Американского общества гематологов. Ну, они похожи друг на друга. И в основном они как раз основаны на тех исследованиях, которые я вам показывал. Видите, как формулируется? У госпитализированных, не требующих интенсивной, целесообразно в терапевтических дозах. Вот такая формулировка. Потому что она строго основана на вот этих исследованиях. Как только он в палате интенсивной терапии, там необходимость активной терапевтической терапии антикоагулянтами, как ни парадоксально, исчезает. То есть мы переходим там на профилактические дозы. Ну, потому что наша-то задача, да, уберечь пациентов от развития легочной эмболии в госпитальном периоде. И в постгоспитальном тоже, кстати говоря. Да. Если пациент получал первичную профилактику в
стационаре, ну, по каким-то причинам, то есть врачи решили, что там повышенный риск госпитальный, и лечили. Надо ли продолжать ее дальше? Надо. Продолжение в течение месяца-полутора снижает риск венозной тромбоэмболии. То есть если его лечили, профилактику делали, то ее целесообразно продолжить еще месяц-полтора. И такую формулировку все-таки встречаешь нечасто. Ну, по крайней мере, тех пациентов, которых я веду, смотрю. Немало, кстати, из Ангарска я вот смотрю пациентов. И далеко не всегда я вижу вот эту рекомендацию продолжения антикоагулянтной терапии, на которую следовало бы это сделать. Вот ривароксабан. Сегодня мы говорим во многом об этом препарате. У пациента с повышенным риском, опять-таки, а у кого повышенный риск? Пожалуйста, есть шкала ImProve, очень простая. Взяли, посчитали баллы в том же кардиоэксперте, можно и в других табличках. Увидели додимер повышенный. Все, продолжаем активно лечить. То есть прогноз, оцениваем прогноз. Не всегда прогноз совпадает с оценками госпитальными, допустим. Да? Вот бывает, пациент приходит на консультацию. Я внимательно смотрю наши выписные эпикризы. Они не всегда подробные, не всегда детальные, как вы знаете. Не всегда есть ценная информация. Прогностический шкал по венозной эмболии. Ну, если честно, ни разу не встречал. Ну, а может, она использовалась, конечно, но не формулировалась. И иногда я, если возникает ситуация, пересчитываю прогнозные оценки. Как госпитальные, если есть информация, так и вот текущая на момент прихода пациента. Не всегда совпадает. Не всегда совпадает, поэтому не всегда вот тактика лечения, она... Хочется, конечно, продолжить те рекомендации, которые врач в стационаре, но когда начинаешь пересчитывать и уточнять прогнозные оценки, не всегда получается. Порой приходится модифицировать лечение. Ну и вторая тема очень близкая. Те же самые тромбоэмболии, только в артериальном русле. Фибрилляция предсердий. О ней мы тоже поговорим. Почему? Потому что, во-первых, та же проблема антикоагуляции, раз. Во-вторых, все-таки много очень пациентов. Приходится, конечно, часто с ними работать, назначая лечение, уточняя лечение у них. Последние эпидемиологические исследования показывают, что вроде бы эпидемия стабилизировалась. Предыдущие годы нам говорили, что растет. Ну и мы видели, кстати говоря, да, и по пациентам, что больше их становится, то вроде все как бы пришли на плато, и сейчас вроде бы стабильная ситуация. Стабильно высокая, я так бы сказал. Но, слава богу, как бы не нарастает уже. Ну вот этот знаменитый треугольник аритмогенеза, его надо понимать, если мы хотим грамотно вести аритмии. Аритмогенный субстрат – базис, на котором развивается фибрилляция предсердия. Это фибротическая кардиомиопатия левого предсердия, то есть там фиброз. Он является морфологической основой вот этой аритмии, безусловно. Чем больше фиброза, тем быстрее он развивается, тем тяжелее, длительнее у нас аритмия. Ну, в конечном итоге становится постоянно. Что ее запускает? Триггер. Как правило, это экстрасистола. Чаще всего из легочной вены. Ну, считается где-то в 80%. Почему мы изолируем-то? Да? На абляцию мы зачем направляем? Чтобы изолировать триггер на самом деле. Да? Оттуда запускается она. Но в части случаев, это 20-30%, триггер может быть в другом месте. Ну, например, он может быть в левом предсердии, он может быть в коронарном синусе, он может в легочной вене быть, то есть в нижней полой вене. Оно отовсюду может быть, да? Поэтому почему не всегда мы видим, да, вроде изолировали аритмию, так а триггер-то в другом месте. А у нас нет методики определения, где он триггер. Мы же направляем пациента куда? На абляцию. Они что, ищут триггер, что ли? Они всем изолируют легочные вены. Нет, конечно, зачем? Никто триггер-то не ищет. Ну вот сделали абляцию, потом мы смотрим, работает, нет. Потом не работает, опять направляем. Что они делают? Они опять изолируют легочную вену. И модуляторы так называемые. То есть факторы, которые изменяют частоту, выраженность аритмогенеза. Ну вот Кумель сам вообще, он... был большим сторонником вегетативной модуляции. У него были работы по фибрилляции. Если помните, я даже
сам читал такие лекции. Да, мы выделяли вагусную форму, симпатическую. Оказалось, что это все незначимо, да, это все как не работает в реальной жизни. Но сама идея, она прижилась. Ну, есть, конечно, пациенты, у которых на каком-то этапе немножко, да, там стресс, какое-то влияние. Есть на каком-то этапе, где вагус доминирует, там ночные фибрилляции, там в покое, после еды и так далее. Ну, это приходящие этапы, потом аритмия потом течет по своим законам. Эндокринная система, допустим. Все мы ищем этот гипертиреоз. Ну, нашли его, особенно субклинически. И что? Это причина фибрилляции предсердия? Ну, вот убрали мы, да, гипертиреоз. Радикально или нерадикально. И что? Фибрилляция исчезла у нас? Сколько ведь таких случаев, когда она исчезла? То есть не надо думать, да, что гипертиреоз вызвал. Это модулятор. Там фиброз-то был, ну да, ну почаще она была, допустим. Но потом же она осталась, и она продолжает прогрессировать, кстати, потом-то. То же самое любители коррегировать калий. Или спину правят. Да. Ну, то есть чудаков много, конечно. Вот. Но это все модуляторы. Куча коморбидных заболеваний. Это все модулятор. Субстрат, триггер, модулятор. Вот исходя из этой концепции, работают все аритмологи мира. Это правильная концепция. Исходя из ней, вы и должны как раз и строить тактику ведения. Ну вот о некоторых мы поговорим. Опять я показываю последние исследования, ну, 21-22 годов, о которых еще не рассказывал. Предыдущая у меня была встреча с братскими кардиологами. Вот те исследования, которые я не рассказал им, которые появились после, я увидел их после, да, я вот рассказываю вам их сейчас. Чем больше левое предсердие, еще раз, индекс, да, не абсолютное значение, индекс считаем, объем, тем выше риск рецидивов, соответственно. То есть это что? Кардиомиопатия левого предсердия. Да, аритмогенный субстрат получается. Ключевая позиция. А кофе? Вот не пейте кофе. Аритмия же у вас. Даже чай не пейте. Но опять, понимаете, это, во-первых, это как бы триггер должен быть. Да? Во-вторых, подтверждается ли он научными исследованиями? Ну вот вам, пожалуйста, научные исследования. Умеренное потребление кофе с кофеином снижает риск фибрилляции. Снижает. Не повышает, снижает. Ну, понятно, что это не рандомизировано, что нужно относиться осторожненько, но не увеличивает. Зачем обрекать пациентов на жизнь без кофе? Ну, это же популярное. Рекомендация-то популярная. Речь не только о фибрилляции, а о других аритмиях, а экстрасистолия та же самая. Какую тахикардию? Ну, вот мы с вами говорим, у меня тахикардия, потому что я волнуюсь, я лектор. Ну, вот лекция вызвала у меня тахикардию, и что? Ну вот у меня сейчас синусовая, у вас может синусы, потому что вы задали вопрос, а я вам возражаю, например. Да? Ну и что, это же физиологическая тахикардия. Что мы о ней говорим? Мы же врачи. Мы говорим только о патологии с вами, а о физиологии мы не говорим. То есть, видите, исследования наблюдательные показывают, что и, собственно, и на другие аритмии нет данных у нас. А пациенты же, они верят врачам до сих пор, я вот удивляюсь. Он пришел к участковому терапевту с аритмией. Он ему говорит, не надо ни в баню, ни кофе, ничего, секс не надо, вообще ничего не надо. А он, главное, выполняет, понимаете? Самое интересное тогда. Я говорю, так а вообще имеет смысл такая жизнь или не имеет? Ну, лучше с аритмией, конечно. Вот. А тем более это не влияет, да, даже и влияет, это, ну, триггер, один из тысячи триггеров, да, там, солнечная активность – триггер, атмосферное давление – триггер, поговорил на работе – это тоже триггер, вышел, тебя машина обрызгала – тоже триггер. Триггеры, они везде, куда от них денешься-то, да, что это? Мы что, будем сейчас каждый триггер убирать, что ли? И отсутствие нагрузок – это плохо. Ну, вот сидим на лавочке. Вот, да, до сих пор омега-3-то, амакоры, до сих пор лечим аритмию. А почему лечим? А что, есть исследования какие-то? Ну, помогает? Нет. Знаете, вот попробовали с морепродуктов, на 25% частота фибрилляции предсердия возросла почему-то. Как помогает? Кто сказал, что он помогает? То есть их, получается, надо в триггеры отнести тогда уж. Но не в лечебный фактор. Тем более препараты-то не дешевые сами по себе.
Пациенты, конечно, обращают внимание на симптомы, да, если бьется, мешает, слабость, там что-то голова кружится. А вот те, у которых аритмия тихо, да, ну, случайно там давление померил, ну, вот, что-то аппарат не стал мерить, ну, нашли. По прогнозу разница есть? Нету. По прогнозу разницы нету. То есть симптомы не определяют прогноз. Он переносить может хорошо, да, и в принципе не жаловаться, и в общем не очень-то настроено на лечение, это честно, потому что и особенно мужчины. Но прогноз хуже, тоже будет неважным. Поэтому относиться к ней надо так же, как и к симптомной, ну, в плане видения. Ну, сейчас, конечно, мы уже много лет, пациенты начали приобретать, сейчас все больше и больше у нас этих умных часов, очень помогает сильно. Особенно если кардиограмму они пишут сами. Даже если не пишут, то хотя бы тренд ЧСС, который вот делает. Если, допустим, видишь неравномерный РР, да, с частотой 160-170, ну что это может быть там? Ну, с варьирующей. Ну, 9 из 10 фибрилляция предсердия, скорее всего. Вот, конечно, надо уточнять, безусловно, потому что там могут разные быть варианты, но тем не менее. И это же не холтеровское мониторирование. Повесили, и в этот день у него ничего нет. Или бывает каждую неделю, да, пойди вот поймай ее. Мы, конечно, можем поставить, у нас есть недельный аппарат, да, но и недельного нам не хватает. И показывают исследования, что это достаточно корректное, особенно вот если там хорошие часы с неплохой кардиограммой, там можно вполне-вполне диагностировать даже тип аритмии, локализацию даже можно. Основная тактика, ну, она традиционно, либо ЧСС снижаем бета-блокаторами, ну, я так скажу, что это примерно 8-9 из 10 пациентов. Ну и остальные, маленькая часть, которую мы стремимся поддержать и установить синусовый ритм. Значит, ну вот эта табличка, ну она основана, безусловно, на современных рекомендациях, на исследованиях. Конечно, если симптомы выраженные, если коморбидность небольшая, да, если не длительные, если молодые, активные там, и так далее, то, конечно, нужно удерживать синус. Но я хотел бы обратить внимание на то, о чем мы с вами говорили, на аритмогенный субстрат. Особое внимание мы должны уделять вот левому предсердию. Там вот этой книжке, ну, она популярная в России, это 11-е издание по коморбидным болезням, там у нас просто были размеры, там больше 50, меньше 50, ну, прямой размер. То в следующем издании мы, конечно, уточнили не только размер, но и индекс. Есть серая зона между ними. Если размер прямой меньше 45, если индекс меньше 34 мл на метр квадратный, все, там, в принципе, кардиомиопатия не выражена, мы можем спокойно удерживать ритм. Если размер прямой больше 50, если индекс больше 42, то там, конечно, надо сильно подумать, стоит ли там с антиаритмиками ввязываться, насколько мы хорошо удержим, тоже большой вопрос. Но она не зависит от вас постоянную. Вы же не сможете в постоянную сделать. Она сама уйдет, когда будет много фиброза. Вопрос только в том, будете ли вы просто бета-блокаторами контролировать ЧСС, ну, вот на постоянной основе, при пароксизмальной или постоянной форме, не принципиально. Либо вот попробуйте аритмическими препаратами удержать и восстановить синусовый ритм. Нет, у нас есть немножко, да, методов ремоделирования левого желудочка, которые работают тоже не блестяще, да, прямо скажем. Причем я даже не видел исследования, как влияют традиционные препараты, которые используют для ремоделирования левого желудочка на левое предсердие. Конечно, это более надежный индикатор, чем, например, деформация зубца П, да, там, нарушение внутрипредсердного проведения. Его тоже можно использовать. Еще надежнее, но у нас это редко делается, да, МРТ, допустим, с оценкой фиброза количества. Это уже такие методы в реальной... Не фантастики, они в России используются, но это не просто сделать и редко делается. Как выбирать лечение? Да, до сих пор, собственно, вот мы этой табличкой и пользовались. Если мы обратимся к последним рекомендациям по фибрилляции предсердий, то там была введена, вот, по сути-то, вот эта схема выбора терапии. Она называется 4SAF. Ну, то есть AF – это atrial fibrillation, то есть это фибрилляция предсердий. 4S почему? Ну, это на основании иностранного языка. Сейчас у нас приоритет-то, да, всему российскому. Но я не смог перевести, поэтому оставил как есть. Ну, stroke risk – это риск инсульта, да, он оценивается, естественно, по ЧАЦВАЗу. Симптомы. Если 0
то вопрос, может и не трогать его, да, ну, если бессимптомно, чего трогать. Если умеренные выражены симптомы, то 1-2 контроль ритма, ну, то есть мы назначаем антиаритмик. Ну, или на абляцию отправляем. Тяжесть. Оканчивается сам или нет, длительность. Соответственно, чем менее тяжелые, чем они короче, тем выше эффективность антиаритмической терапии. Чем дольше, соответственно, да, меньше энтузиазма бороться с тяжелой, часто рецидивирующей, длительной фибрилляцией. Ну и субстрат. Число коморбидных факторов, увеличение левого предсердия, фиброз левого предсердия. То есть, если этих факторов мало, контролируем ритм антиаритмиками, ну или на абляцию. Чем больше, тем меньше, соответственно, вариантов. Это попытка количественно, не качественно, там, как в таблице это, да, а количественно, в баллах, определить, нужен ли контроль ритма с помощью абляции или антиаритмической терапии. Но вообще, конечно, все понимают, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения биологии, и с точки зрения пациента, то свой ритм всегда лучше, чем аритмия. Свой ритм всегда лучше, чем аритмия. И поэтому, конечно, если мы контролируем, если у нас большая продолжительность синусового ритма, то, по идее, у нас должны падать последующие сердечно-сосудистые риски. Правда же? Тромбозы, сердечная недостаточность. Так и должно это быть. Так оно и есть на самом деле. И об этом говорят и исследования в том числе. Особенно, если мы это рано начинаем делать. Не тогда, когда он пришел, о, вы знаете, уже 20 лет у меня аритмия, вот, доктор, помогите, мне сказали, вы можете помочь. То же самое, если у пациента уже есть сердечно-сосудистое заболевание, например, инфаркт перенес, да, там, дисфункция левого желудочка и так далее. Все равно лучший контроль синусового ритма обеспечивает лучший прогноз. Я думал, уснувший тут упал. Ну вот последнее время все-таки, да, немало исследований, в рекомендациях это подчеркнуто, да, что стараться контролировать фибрилляцию предсердия у пациентов сердечной недостаточности. Это вроде улучшает и течение сердечной недостаточности, и прогноз. Но это непростая задача. Непростая задача. Нужно хорошо селективно выбирать этих пациентов. Вот, например, вот в этом исследовании не было результата. Поэтому не всегда. Вот там, во-первых, сложно восстановить и удержать ритм, и, во-вторых, их надо все-таки тщательно выбирать, потому что при наличии сердечной недостаточности фибрилляции уже контролировать сердечный ритм, восстанавливать и удерживать его – это задача уже очень непростая, даже для опытных специалистов. Конечно, есть же еще и латентные инсульты, то есть мы-то видим, как и неврологи говорят, верхушку айсберга, а остальные-то мы не видим обычно. Когда стали исследовать, выяснилось, что большинство инфарктов были латентными, обратите внимание, и возникали на фоне антикоагулянтов. Ну, то есть антикоагулянты тоже не удерживают ситуацию. Ну, это вот известное исследование, мы обсуждали на какой-то нашей встрече. Вот у пациента фибрилляция предсердия, он идет на антикоагулянтах, да, у него развивается инсульт. Это какой инсульт, ишемический или геморрагический? Ну, более вероятно, какой? Ишемический. Во многом это связано с тем, что мы все-таки недостаточно эффективно пока лечим антикоагулянтами. Потому что если варфарин мы пытаемся еще как-то, да, по МНО контролировать, и то плохо получается в силу несовершенства методики. Но альтернатива тоже не идеальная. Всем одна та же доза. Она у всех одинаково работает? У всех у них одинаковая концентрация примерно в крови? Там разница в концентрации достигает десятки раз. Представляете, о чем речь идет? Понятно, что если мы лечим 100 тысяч человек, в среднем они работают. А работают ли они индивидуально? Вот в чем вопрос. Но пока медицина не дошла до этого уровня о дифференцированном лечении вот прямыми оральными антикоагулянтами. Мы знаем, да, что митральный тяжелый стеноз нельзя прямыми, да, там обязательно нужен варфарин. А вот артальный стеноз, допустим, как с ним быть тогда? Здесь, ну, вот такая вот ситуация в этом исследовании, что более высокий риск тромбоэмболии при прямых оральных антикоагулянтах все равно варфарин лучше держал. Но кровотечений больше, соответственно. Но это вот известная вот как бы позиция. Вот если с аритмологами поговорите, ну, с настоящими, те, которые занимаются электрофизиологическим, ну, вот Алексей Владимирович Дудник, вот спросите у них, что лучше, варфарин или прямой оральный антик. Понятно, что когда жесткая ситуация, когда тромбогенный риск высокий, конечно, альтернативы варфарину, особенно с контрольным по НМНО, нету. Иначе почему мы механические клапаны ведем на варфарине? Потому что они эффективнее при жестких тромбозах.
Но там, где тромбоз не жесткий, когда риски заметно меньше, там уже перевес в силу более удобного, более приемлемого. Меньше необходимости сравнивать МНО в разных лабораториях с разными варфаринами еще. Если произошел инсульт, что делать? Ну, инсульт ишемический, соответственно. Да? С геморрагическим там своя у нас тактика. Когда возобновлять прямые оральные антикоагулянты? Ну, или непрямые, или гепарин. Ну, вот раньше работало правило 1-3-6-12. Транзиторная ишемическая атака – это 1, да? Сразу через сутки мы назначаем. Малый инсульт – 3, средний – 6, тяжелый – большой, там, ну, значит, через 12. Почему? Потому что первое время возможна геморрагическая трансформация. Геморрагический компонент инсульта может доминировать, и там может быть опасно. Но оказалось, вот попробовали сократить время. 1, 2, 3, 4 попробовали. И, вы знаете, получили неплохие результаты. То есть кровотечения не возросли, а частота повторных инсультов уменьшилась. Можно в ряде случаев и раньше начать лечение антикоагулянтами, мы выиграем за счет повторных ишемических инсультов. Мы в целом выиграем просто. Ну и, конечно, недостаточная доза, да, вне инструкции повышает риск осложнений и не снижает риск кровотечения. Это встречается сплошь и рядом. Ну вот 15 мг ревроксабан. Почему при нормальной функции почек далее, непонятно. Или там 2,5-2 раза другого препарата. Почему? Цена может быть достаточно серьезная за недостаточно активное антитромботическое лечение. Половина пациентов с инсультом получали неадекватную терапию. То есть результат вот этих инсультов на фоне антикоагулянта в значительной части связан с неадекватным лечением. Ой, я забыл, что-то доза была большая, мне посоветовали поменьше. Что-то закровило, я решил... недельку отдохну. Тут, видите, вопрос, беседовать с пациентом или нет. Если он доверяет вам, и вы с ним беседуете, есть время поговорить, он вам того расскажет, что вы там ужаснетесь. А если просто пришел и выписал это, то вроде как бы и нет проблемы. Ну и как бы пьешь, ну и... Очень серьезно влияет депрессивное особенно расстройство на приверженность. То есть, почему мы занимаемся психосоматикой? Потому что ну, треть пациентов, которые ко мне приходят, там вообще кардиологии-то, собственно, и нету. Вот и я лечим там тревоги, паники, депрессии. С хорошим эффектом, между прочим. А это на прошлой неделе пациентка, она вот интересная. Вот они с мужем зашли. Он такой очень заботливый, прямо вот он ее опекает. Она маленькая такая. В 2013 году поставили в институте Мишалкина механический протез митрального клапана. Пришла она с диагнозом фибрилляция предсердий. Симптомные, ну то есть она чувствовала их, они не нравились. И в последнее время одышка стала нарастать, она вроде заходила на четвертый этаж нормально, сейчас вот тяжело стало. И потом многие стали отекать. Ну, сердечная недостаточность стала прогрессировать. Ну, беседуем с ней, значит, как, что. Она говорит, я говорю, как у вас вот нарушение речи? Она говорит, а, ну, у меня там три инсульта было. 17, 18, 20 ишемических, три инсульта. Ну, таких малых инсультов, потому что у ней, конечно, нарушалась речь, была асимметрия там, и лица, и... но потом все вроде так более-менее восстанавливалось. Я говорю, а как вы? Ну, на варфарине, соответственно, механический же клап. У них КАГУ-чек, ну, то есть дома они этим контролируют, аппаратом еще. И раз в месяц они ходят лабораторно, да, делают, ну, как положено. Я говорю, да кого это? Дневничок МНО покажите мне, а почему у вас три инсульта тогда? Как-то многовато, в принципе. Там и дома забыли. Я говорю, так а вы как бы пришли-то с какой целью, интересно? То есть у них не цель была предупредить инсульта, да? У них цель была, вот тяжеловато стало дышать там. Что-то надо сделать с одышкой, с аритмией с этой и так далее. Ну, выписки, главное, принесли. Ну, вот, видите, неврологическое отделение в первой городской больнице, их хорошо знают. Они даже скорую не вызывают, он сразу ее везет с инсультом. Ну, они уже опытные. С инсультом все, он сразу ее приводит в приемное отделение и берут там и так далее. Так рассказывают, я говорю, ну, молодцы, конечно. Я говорю, а предупреждали это как? Ну, вот беру выписку, да, МНО какое? 1,6. Тоже думал, фибрилляция предсердий, ну, да, вот. В1-то не фибрилляция же предсердий, она не бывает такой... Частота, видите, ну где-то по 250 предсердий идут. То есть ритмичное возбуждение предсердий по 250 – это какая аритмия? Очень важно писать атипичное, потому что, да, ну нет, пилы вот это, потому что пила – это сразу же хороший эффект абляции. А вот здесь уже вопрос. Здесь абляция уже не очень эффективна.
Поэтому атипичную форму всегда надо указывать, типичная или атипичная. Это очень важно в плане тактики ведения. Да? Поэтому, собственно, видите, я и написал трепетание предсердий атипичное. То есть это говорит о том, что показаний для абляции не так много у ней. Да? Вот еще одна, видите, вот тоже опять та же первая городская больница у нас, да, это 18-й год, МНО 1,72. А, вот еще, да, вот пропустил я. 17-й год. А, МНО 2,16. Митральный клапан. Скорость низкая кровотока. МНО какое должно быть? 3 плюс-минус 0,5, да, то есть нужно 3 держать. Я им говорю, да вы как бы, как ведете-то? То есть они ведут регулярно, они это меряют, но они совершенно вот эти данные не используют в плане профилактики. Вот я удивился, конечно. Я говорю, так а вы зачем вы, говорю, постоянно вот контролируете, если вы совершенно неадекватно не контролируете, да, не подбираете дозу варфарина-то? Вы зачем все это делаете-то? Я понять не могу. Вы ждете, что четвертый инсульт пройдет так же, как и этот, что ли? Ну, не знаю, вот сейчас посмотрим результаты, что я попросил, говорю, ну, вышлите мне ваши дневники по МНО, посмотрим. Они пришли без МНО, я добавить вообще ничего не мог. Вот, я поэтому попросил дать все данные по МНО, включая последние, и в зависимости от этого уже, ну, как бы, строить тактику. И я, видите, еще не всегда уверен, эти пациенты, они будут со мной сотрудничать или нет, потому что неизвестно, иногда же они приходят, потом я их не вижу. У них координаты все есть, но они вот только что были. Я думаю, что они, скорее всего, мы будем наблюдать их, как в большинстве случаев подавляющем происходит. Поэтому, когда они пришлют дневничок, я посмотрю, какое МНО у них, ну, будем подбирать и работать с ними. В первую очередь, чтобы они сами понимали, как нужно вести. Пока у них вот после трех инсультов никакого понимания, как надо вести, нет. Достаточно интеллигентные, разумные, в принципе. Очень заботливые, не знаю. Много раз уже, да, госпитализировались. Ну, мы уже с вами это говорили многократно, то если у нас острые коронарные синдромы, то длительность тройной надо сокращать. Крайний случай, когда есть необходимость долго нам давать два антиагреганта и один антикоагулянт. Можно в ряде случаев и сразу уйти на один антиагрегант. Тем более стенты сейчас более-менее нормальные. Я вот посмотрел, первая городская. Стоят современные стенты с эверолимусом, затаролимусом. У вас тоже лекарственные все идут, да? Все-таки риск такого уж прямо тромбоза стента не такой велик, а кровотечение – это вещь реальная.